Только каждый десятый россиянин считает зиму любимым временем года. Это итоги опроса ВЦИОМ. Почти половина жителей страны выбрали лето. Но когда вопрос задали по-другому, нравится вам зима или нет, 70% опрошенных все-таки проголосовали за первый вариант. Причем больше всего самое холодное время года любят в Москве и Санкт-Петербурге. Среди плюсов называют снег, катание на лыжах и коньках, Новый год и свежий морозный воздух. Также многие отметили, что зима никак не влияет на их здоровье и настроение. На плохое самочувствие жаловались в основном пожилые люди.